Добрый день, друзья! Сегодня я решила записать впервые видео на YouTube. И будет оно про платье, заказанное с AliExpress. Обычно я записываю такие видео своим друзьям, знакомым ВКонтакте, отправляю. Ну, просто чтобы, наверное, показать, похвастаться, что пришло. Вот, но думаю, что, возможно, это будет интересно кому-то еще. Так как на AliExpress зачастую можно заказать очень некачественные вещи, ну, это, я думаю, всем известно, и все боятся этого, вот, но у меня пока что тьфу-тьфу-тьфу, вроде более-менее все пошло, то есть прям совсем ужасных вещей я не заказывала. Вот это платье, например, пришло 48 размера, ну, я заказывала 48 размера. Так как зачастую бывает проблема, что заказываешь свой 44-46, даже если то может оказаться тесновато в груди, маловато в плечах, вот здесь может тянуть. С этим платьем таких проблем не возникло. В общем-то, размер L-ка на мой 44-й сел потрясающе. И по длине тоже хорошо. И вообще по объему, по всему, оно такое свободненькое, не тесное, очень... Очень комфортная, очень приятная. Конечно же, по материалу это галимый полиэстер. Но я думаю, что никто ничего другого от AliExpress не ожидает, в общем-то. Вот. Оно темно-синее. Я не знаю, мне сегодня многие подруги написали, что черное платье. Нет, оно все-таки темно-темно-синее. Не люблю просто черный цвет. Мне кажется, легкий оттенок ему никогда не повредит. Вот. Сшито платье очень хорошо, швы потрясающие, я потом прикреплю видео или фото отдельно со швами. Материал рукавов тоже довольно интересный, абсолютно прозрачный. Ну, тут, может, не так видно, на солнышке вообще видно. Тоже приложу видео или фотографии. Вначале показалось, что оно как бы слишком свободно, но потом подумала, что, наверное, если полиэстер, все равно жарко будет. И если будет более тесно, то, возможно, будет в жару как-то прилипать, еще что-то, рукав может натирать. А так ничего не будет натирать, все свободненько, все везде проветривается, так сказать. Вот. Мне кажется, его можно одеть не только так красивенько с туфельками, но можно, в принципе, и кеды белые, например, одеть, и все. И будет и спортивно, модно, молодежно. Но при этом женственно, и можно спокойно пойти на учебу, на работу в таком платье. То есть рукавчик закрывает локоть, что тоже во многих учреждениях важно. Вот, в принципе, платье смотрится, по-моему, очень даже хорошо. Вот сейчас вблизи подойду, покажу. Ну, так, вблизи, наверное. Это так морщинит. Я его, конечно, пыталась отгладить. Вот, что получилось. Что вышло, то вышло. В принципе, гладится оно сложновато, но оно и не мнется особо. То есть... Если его погладить на один раз по-хорошему, там, с паром отпарить, может быть, то в следующий раз, мне кажется, если постирал, повесил на вешалку, не отжимая, то его можно даже и не гладить. Вот. Так что оценивайте, нравится, не нравится. Ставьте лайки. Я ссылку на само платье оставлю в описании и на магазин. Вдруг вам что-то в этом магазине другое понравится. Вот, а так, в принципе, очень достойно сшито платье. Я довольна своим заказом. На мой взгляд, отдельного внимания заслуживает ткань рукава, потому что она... Пришла вон вся такая прозрачненькая абсолютно, но при этом очень красиво на солнышке поблескивает. Но при этом она также не кажется, что вот-вот порвется. Знаете, бывает вообще страшно прикоснуться к этой, вообще не страшно абсолютно. У нее нитка довольно жесткая, жестче, чем весь остальной материал платья. Не знаю, как это еще разглаживать нужно будет. Может, просто отпаривать или как. Ну, в общем, я посмотрю, попробую.
и покажу результат. Как видим, по составу это, конечно, галимый полиэстер, но я как бы к этому была, в принципе, готова, это так и должно было быть, в общем-то. А сшито очень хорошо, по качеству швов прямо замечаний совершенно никаких нету. Просто молодцы китайцы.